Кинематограф сам по себе, он достаточно многогранен. Это такая область, в которой задействовано огромное количество людей, огромное количество разных людей, огромное количество профессий. И, конечно же, кинематограф разных стран отличается друг от друга. Я безумно люблю советские фильмы, безумно люблю фильмы 80-х годов, безумно люблю какие-то фильмы все-таки вот со смыслом, с каким-то глубоким, что называется, внутренним содержанием. Для меня важно, чтобы фильм не был похож на очередной блокбастер, например, или детектив. Мне хочется, чтобы фильм затрагивал какие-то нотки души, вот что называется, чтобы он брал за живое. И вот наш советский кинематограф, он умел это делать. Он умел это делать профессионально. Он был по-настоящему вот таким, что называется, человечным. И он умел показать хорошие стороны человека. Вообще, я за то, чтобы фильмы были хорошими и учили прекрасному. Поэтому мне сложно судить о дальнейшей судьбе нашего российского кинематографа. Я считаю, что в России также выпускается много хороших и интересных фильмов. Все-таки у нас остались те режиссеры, которые работали в Советском Союзе. У нас есть режиссеры, которые действительно талантливы, действительно молодцы, действительно могут что-то показать из того, что не было раньше. И некоторые современные фильмы, я считаю, что они действительно достойны Оскара, да, если мерить мировыми наградами. Мне хотелось бы, чтобы больше, вот еще раз повторюсь, было эмоциональных фильмов, потому что наша страна, она славится, ну, что называется, широтой русской души. У нас очень много людей открытых, очень много людей по-настоящему вот хороших, вот в полном смысле этого слова. И мне кажется, что если мы будем в дальнейшем все-таки, вот как говорили в старину, там, всегда нужно почитать своих предков. И в данном случае творчество своих предков тоже. Поэтому если мы будем оглядываться на те шедевры, которые были созданы ранее в нашем кинематографе, и привносить туда что-то новое, возможно, даже из Запада, возможно, даже из современной России, неважно. Самое главное, если мы все-таки не будем забывать предков, наши корни, и будем привносить это в современный кинематограф, я считаю, что кинематограф будет более успешный, чем сейчас. Я считаю, что в принципе это будет интересно не только нашему зрителю, но и зарубежному, потому что мы все помним, какой успех принесли некоторые фильмы, начиная от, например, творчества Тарковского, заканчивая, например, там, «Маленькой Верой», к примеру. Да? Я считаю, что все эти фильмы, они могут быть достойным началом для создания чего-то нового. Ну, а время покажет.